По всей стране проходит акция «Сад памяти», приурочена 75-летию Великой Победы. К 9 мая будут посажены 27 миллионов деревьев по числу погибших в той войне. В марте к акции присоединилась и Карачаево-Черкесия. На сегодняшний день уже посажены 1000 деревьев. Как ведется эта работа, узнавала Шерифат Лепшокова. Вот уже почти два месяца, как лесные хозяйства присоединились ко всероссийской акции. Тысячи и тысячи саженцев были посажены по всей республике. Не стал исключением и Зеленчукский район. Три года назад на этом участке больше чем 2 гектара из Правнинского лесного хозяйства после разрушительного ветра было повалено множество деревьев. После того, как территорию расчистили, начались лесовосстановительные работы. А благодаря акции «Сад памяти» эти сеянцы скоро превратятся в саженцы. И по нашим данным, в республике у нас в годы Великой Отечественной войны погибло 25 450 человек. Вот, поэтому мы должны были в рамках этой акции высадить соответствующее количество деревьев. Но однако, как мы знаем, что коронавирусная инфекция вот немножко как бы, ограничила проведение этих мероприятий, но тем не менее, работа была большая проведена. Мы вот здесь посадили 8,5 тысяч штук сеянцев дуба черешчатого. Вот на этой конкретной площади. И по четырем лесничествам, по Кубанскому, по Зеленчукскому, Карачаевскому и Урупскому лесничествам мы еще провели дополнение лесных культур. Всего было посажено 43 тысячи сеянцев. Только в Черкесске появилось больше 3 500 саженцев. Большая часть работ была проведена до режима самоизоляции. Но и сейчас лесники проводят свою работу, соблюдая все меры предосторожности. По этим обстоятельствам официально так, как многолюдные акции они как бы приостановлены. Но тем не менее, сейчас по инициативе Рослесхоза проводится акция «Сада памяти» в дистанционном порядке. Каждый гражданин, каждый житель нашей страны, в частности республики, может посадить дома дерево на дачном участке, на своем там, и разместить соответствующие фотографии и информацию о высаженном дереве, в честь кого оно высажено, на официальных сайтах. Работа по посадке деревьев сезонная. Лесникам предстоит еще немало работы. На участке в 1 квадратный метр с помощью меча Колесова они за считанные секунды сажают по 5 сеянцев. Лесникам пришлось прервать работу на неделю, повлияли погодные условия. Но сейчас посадка деревьев ведется в прежнем режиме. В Урупском лесничестве рассчитывают выполнить все запланированные работы в срок. Шерифат Лепшокова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.